Друзья, приветствую всех на канале Артамонов Лайф. Сегодня я снимаю свое очередное видео, в котором мы с вами поговорим о терминах. Да-да-да, о терминах. Потому что это очень важная часть, неотъемлемая, так скажем, часть Германии. И не нужно про них забывать. Почему я снимаю это видео? Потому что те, кто приезжают сюда, в Германию, и те, кто не привыкли делать так называемые термины, назначать встречи по-другому, да, относятся к этому более халатно. И сейчас я это вижу на примере украинцев, которые здесь прибывают. Они думают, что окей, мы назначили термин, допустим, там на 11 часов, но мы можем опоздать на 10-15 минут. Друзья, так не идет. Опоздать на 10-15 минут нельзя, потому что в Германии желательно быть вовремя на термине, на встрече. И это означает не прийти туда ровно в 11 часов, если, допустим, вам назначили в 11 часов, а прийти туда 10:45, за 15 минут заранее, пройти предрегистрацию, если это, допустим, термин к врачу, либо это термин какой-то другой организации, и уже потом спокойненько сидеть и ждать, когда вас вызовут. Да, вас могут вызвать немножечко позже, особенно это касается терминов к врачам. То есть, если вам назначают термин, вы приходите после своего назначенного времени, то вас, естественно, вызовут позже, потому что вы опоздали, и вас вызовут для, точнее, не для этого, а по этой причине позже. Нужно соблюдать все те правила той страны, в которой мы проживаем с вами. Для нас эта страна на данный момент является Германия. Я тоже не немец, поэтому стараюсь максимально соблюдать все те правила, которые здесь уже сложились веками. И сложились годами, десятилетиями. Если вам сказали прибыть на термин в 10 часов утра, значит, это надо будет в 9:45, а не в 10:15 и не в 9:15, да? Не опаздываем на термины. Как я сказал, это очень-очень важно здесь. И есть такие организации, когда вы приходите позже на термин запланированного вам времени, которое вам было выделено, вас могут просто не принять и назначить вам новый термин, который придется ждать. В лучшем случае несколько дней, в худшем случае, возможно, и месяцы. Такое тоже есть. Поэтому с этим шутить не нужно. Ходим на термины, ходим на встречи вовремя. Такая короткая для вас информация была. Я желаю вам всего доброго, всего хорошего. До встречи в моих новых видео. И всем бисбальд чуд. До побачення.